إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد درجي مسلماني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Продолжаем урок из сиры пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Сегодняшний урок у нас «Аль-Хиджра» – переселение в Медину. «Хиджра» – пока не начал объяснить, «Аль-Хиджра» – арабское слово, в арабском языке понимается как «оставление». «Хиджра» – чему-то, это переводится в «переселение». В шариате «Хиджра» – это оставить все, что запретил Аллах Субханаху Ва Та'аля. в исламе были два разные. Первый хиджра была переселить в другую местность, где их ущемляют права на местности, где более безопасны. Как была хиджра Хабаша и Эфиопию и хиджра в начале Медины. Второй хиджра – оставление Дарун Куфур, кафирское государство оставит и переселиться в Дарун Ислам. Дар Это тоже случилось при пророке, салам, когда сам хиджру сделал и Медину, и образовался исламское государство. Тогда обязан был оставлять тот, кто ислам принимал, переселиться в Медину. Этот хиджра остался до судного дня. Оставлять Дарун Куфур – и переселяться в дару ислам. Али Тантави говорит, Мусульмане переселились, говорит, второй раз. Но второй раз они переселились в арабские земли. Первый раз они переселились в Эфиопию. Второй раз в арабские земли. И такой местность, который даже известно не было в то время. Яфри, Медина. Такой известной местности не было тогда, пока она не стала величайшим городом, после преселения пророка, وسلم, после этого она стала столицей всех столиц Медины. Ибн Саад передает от Аиши عنها, когда говорит, люди Медины, которые приехали, дали Байат и вер 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 вернулись в Медину, пророку чуть легче стало за то, что Он, Аллах ему открыл место, где будет его защищать. Как мы в прошлом уроке сказали, Он подходил к племенам. Мой народ мне не оставляет делать дават, кто будет не защищать, но Он нашел этих защитников в лице жителей Медины И начали урайшить, усиливать свой наказание, усиливать свой. Этим э, мусульманам свои наказания начали, когда они узнали, что мусульмане хотят переселиться в Медину. Тогда они начали жаловаться пророку, саллиллаллаху алейхи вассалам, и просить разрешения делать переселение в Медину. Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, «Мне во сне показали ваше место хиджры». «Где вы будете переселять ваше место?» «Мне показали, говорит, во сне». «Это место, говорит?» где много пальмы и дерева, деревья между двумя между двумя камнистыми землями. есть там э, один находится между двумя вулканическими камнями, э, а в середине это место, которое и там находится это пальма и дерево. мне говорят, это во сне показало, пророк саллаху В один день Вышел радостным к своим подвижникам Пророк, саллилайслав, сказал, мне рассказали в вашем месте, куда вы должны хиджи делать, это Яхриб. Яхриб это было имя название Медини. До ислама его назвали Яхриб. Кто хочет выйти и делать хиджи, пусть делает, сказал Пророк, саллиллаху алейхи В другом хадисе передает имам Бухари и муслим от Абу Мусал аш анху что пророк, саллиллаху ва салам, сказал, я вас не видел, что я делаю хиджру из Мекки на земле, где есть много пальм, пальмовое дерево. Я говорю, думал, что это место Ямама. Ямама это место Йемена, Йемени, Аухаджар. Фаидахи аль-Мадина ту Яфриб. Оказывается, а, это говорит, город Яфриб. В другом хадисе сказал пророк, саллиллаху ва салам, мне приказали делать хиджру село, который, имеет в виду, кушает другие села, имеется в виду, выиграет над другим селом, победы будет нести. Это село называется, это город называется Яхрим. Это город, говорит пророк, саллиллах Медина, танфин наса камайян хабат хабат хадид Она тоже говорит, отделяет людей и различает людей. этот город, как огонь отделяет Плохое железо от хорошего, также говорит, медина тоже отделяет мунафиков от мусульман. Потом сперва сказал, кто хочет видеть, пусть выходит. Потом приказал Пророк, саллиллаху, всем мусульманам делать хиджру в медину. Чтобы они догнали своих братьев, которые делали хиджру. И сказал, поистине, Аллах Субхану, ва алла, для вас приготовил ваших братьев и местность, в которой вы будете там в безопасности. Группами, некоторые пешком, некоторые на верхом животных вышли и делали хижру. И Пророк, сал салам ждал, пока Аллах Субхану ал, даст ему разрешение делать хижру. Когда услышали мухаджири, которые были в Эфиопии, что мусульмане начали делать хижру в медину, они из них 33 мужчин.

Потом они, эти люди, которые остались в Эфиопии, пришли к пророку, саллиллаху алейху салам, в седьмом году, после битвы Хайбар. Тогда вернулся Джафар, это, иншаллах, нам придет. Тогда даже пророк, саллиллаху алейху сказал, я не знаю, чем больше радоваться. Открытие Хайбаром или же приходом Джафар ибн Аби Талиба, аллиллаху анху. Это был его доверенный брат. Первый мухаджир кто? امام البخاري رضي الله عنه رحمه الله يروي اد براء ابن عازبه رضي الله عنه عنهما اول شخص اللي كرم فينا مشى عمل كان кто ابن وابن ام مكتوم ام مكتوم مصعب ابن عمير أن ابو byli первие которые делали к нам براء ابن عازب رضي الله عنه اني الناس ابو تشال القران после них говорит пришёл عمار псте нигаот пришол на иру зеа р бхта ну, с 2ц други муинами потом пришл пророкэарвя пророк, передат боли доставерне бухарикнига история передат передает Ибн -Ис Ибн са ибнсад с бн ну, ба они все говорят перви кто медину медин, ижру здела был не Мусаб Кто был? Абу Салама ибн Абдил Асад. Он был первым, говорит. Его имя Абдуллах. Абу Салама, его имя Абдуллах. Он говорит, даже хиджу сделал, даже до второй байата, до второй присяги, до этого хиджу сделал этот человек. Даже пока еще не было приказано хиджу делать, до этого он хиджу делал, говорит, он был, который первый к нам пришел. Он, говорит, вернулся из э, Эфиопии, Мекку, когда начали уращить его, зума делать, притеснять, он хиджу делал, когда он услышал, что в Медине есть люди, которые ислам приняли, к ним приселился он. И ибн Хаджир Асхалани говорит, Рахимуллах, как можно это оба объединить? Это не противоречит. Там сказано, первый хиджу сделал, здесь сказано, абусалама, абдуллах. Он говорит, Абуссалям говорит, он хижину не сделал, что жить в Медине. Он просто убежал от мушликов и переселился в Медину просто. И они хижи сделали, чтобы жить в Медине. Это был приказ, что они будут в Медине жить. А тот он даже не знал, что в Медине будет жить или нет, он от притеснения мексиканских людей просто поехал в Медину. И этот хижра, как мы представляем, нелегкая вещь. И хуращите услышали, и хуращите их не оставляли. Э, не не такое легкое, чтобы кто хотел делать хиджу. На, наоборот, хуращите им мешали хиджу делать. Их мучали, их наказывали, их притесняли. Все равно они не оставались в мекке. Они знали, что такое хиджа. Хиджа это оставить все то, что у тебя есть, имущество и спасти самого себя точно. Оставит имущество, оставит свое богатство, потому что ты ночью, когда уходишь, по уходит, ты свое имущество с одной вести с каравана выйти не сможешь. Приходится все оставить, только сам поехать в Медину. Это нам рассказывает, как трудно была история Умму Саляма. Ради Аллаху Анаху. Умму Саляма, ее имя был Хинд бинту Аби Умайя. Ибн Аль-Мугира, ради Аллаху Анха.

يؤمر أبو سلمة بوصلة بيت في أحد بوصلة ثم زنايم أم سلمة نا أم سلمة جنيلسة ناشف الروك صلى الله عليه وسلم ونيو بلا بياتر دي تيك صلى الله عليه وسلم يعني بوصلة وصل أم المؤمنين هذه первая جنشنا كتوري ديال الله هجر مدينة أم سلمة إمام الترمزي بريدايوت إستوري يو هجري أم سلمة قولت которая была первую хижу сделала. Его истории полноценным нам рассказывает. Я, Ибн Исхак, он говорит, когда, говорит, мы хотели хижу делать с моим мужем, Игорь приготовил для меня верблюд Абу Саляма, и над верблюдом поставил этот, который даже, это который домик, который над верблюдом поставил, и туда, говорит, села я и мой сын, ребенок. И Абу Саляма держал верблюд и вел верблюда и шел хиджру делать. Когда люди, близкие, это родственники ум Саляма увидели, что он хиджру делает и жену с собой забирает, это Бани Мугира, Ибн Абдиллях, Ибн Умар, Ибн, Абдиллях, ибн, Абдиллях, ибн Ахзул, они стали э, против этого. Сказали, ты говорит, сам не остаешься, мы не могли бы тебя остановить, чтобы хиджру не делал. Но, говорит, это женщина, это наши племени, мы не оставим, чтобы она с тобой вместе вышла хиджу делать. Они взяли эту уздечку от верблюда, Ахзун, забрали у Абу Саляма, и ее забрали. И тогда, хотя были кафиры, у них же были все это, за свой племя, они держались. Когда услышали племя Абу Саляма, что жену не оставили и ребенок забрали, Потом они сказали, это женщина ваша, но это ребенок наш. Начали спорить, тянуть друг друга, даже рука даже этот, вывихнула, ребенка, маленький ребенок друг друга тянули, потом они забрали, люди Абу забрали, муж уехал, хижу сделал, ребенок отобрали, и сама одна осталась у Мусаляма у своей племени, не делал хижу. И тогда Абу Салям все равно не остановился. Ребенка забрали, жену забрали, все равно поехал, сделал хижу. Она говорит, каждый день когда я выходил вместо Абтах, Мекке, выходил от Умму Саляма, до вечера говорит, плакала. Каждый день, почти год, говорит, я так делал Умму Саляма, ради Аллаха Все равно, говорит, меня не жалели мой народ. Один день, говорит, мужчина говорит, видел, что я плакал из моих родственников. И он говорит, сказал своему народу, почему вы его не оставляете хиджу делать, почему вы ее мучаете? Это бедная женщина, зачем вы мучаете, оставьте хиджу делать. Вы, говорит, разделили между моим мужем и ребенком, почему ее мучаете, оставьте хиджу делать. Тогда, говорит, его сказал, Если хочешь, иди к своему мужу. И тогда, говорит, я хиджу делать, когда хотела, Родственники Абусаля вернули моего ребенка тоже, Что вижу делать. Я, говорит, взяла свой верблюд, и взяла свое синие, посадила на верблюд, и взяла говорит, у себя уж верблюда, сама одна вышла, и делать. Ради она сама одна вышла, вижу делать. Никто, говорит, со мной из создания Аллаха никого не было, ни мужчин, ни женщин, одна вышла. Сказал, говорит, сам, по сама поеду, хиджу делать. Когда, говорит, Таним, я дошла, вместо Таним, мы, мы, все знаем, кто хаджи был или умра был, Таним, это Айшата мечеть, которая в данный момент называется, это место танем. Многие, когда второй раз, третий раз умра делают, хотят, туда идут, купаются, говорят, это местность. Когда, говорит, я туда дошла, Таним, я там, говорит, встретила Усман ибну Талха ибну Абиталха. Усман ибн, ибн Абиталха, Ахабани Абдиддар. Из племени Абдиддара Утман им говорит, я встретила. И она говорит, э, и он говорит, мне спросил, куда ты хочешь, куда ты направилась? Одна вышла. Я сказал, говорит, я хочу пойти к своему мужу Медину. Я сказал, с тобой никого нету. Этот, э, этот, сказала. Э, Талха сказал, имн -талха, имн Талха сказал, с тобой никого нету, сама одна. Она сказала, говорит, да, со мной никого нету, кроме моего сына и я. В говорит, он сказал, хотя он был Кафиром, смотри, какие они были. В Аллахе говорит, так тебя оставить нельзя, что сама пошла. Взял, говорит, за верблюд, взял, и говорит, со мной Дамединун до до приехал, Офман. Кафир. Взял, уздешке говорит, я говорит, из арабских мужчин, как он говорит таким хорошим нравом человека не видел, говорит. В каком-то месте, когда уставали, остановиться хотел, говорит, он, говорит, делал, что верблюд села и отходил, говорит, далеко. Сидел, говорит, пока отдохнули, потом, говорит, подходил, поднимал, сажал нас верблюд и поднимал, говорит, и так, говорит, Демидин ко мне, со мной пришел Утмар когда Куба дошел, мы сейчас знаем, где место Куба, мечет Куба, который, когда это место, это село, говорит, он дошел, сказал, говорит, этим слежу твой муж, оставил верблюд и ее, вернулся в Мекку. 400 километров с ним пешком пришел, чтобы она сама хижину сделала ум Мусалама. Каждый раз говорит, когда верблюд. Остальница хотел усаживал верблюд и отходил, чтобы я слезла с верблюда. Каждый раз говорит, когда хотели еще направиться, он подходил обратно, сажал верблюда, отходил, пока она сядет на верблюд, и подходил, поднимал верблюд, вот так говорит, до Медину, так проводил меня Осман ибн Тальха. Осман ибн Тальха Ислам принял после договора Худайбия. Осман, этот, он тогда кафиром был, он Ислам принял после договора Худайбия, и хиджру сделал пророку, саллиллаху и пророк, саллиллаху алейхи ключи Кааба после открытия Мекки к нему придал. И его тухума, и его семья до сих пор эти ключи находятся в Почему они находятся? Почему эти короли не отбирают? Потому что пророк, саллиллаху алейхи сказал, от вас эти ключи не будет отбирать, кроме притеснитель. Уже кто отбирает, уже пророк, саллиллаху алейхи стопроцентно закрепил, что он является притеснителем, из-за этого боятся подойти к короли, к этим ключам. Его

Медину Хиджру сделала. Или можно их оба рвать, объединить. Первая женщина, которая сама Хиджру сделала, это был Умму Саляма. Без мужа, без никого, сама которая вышла. А Лейла -лей 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 была первой женщиной, которая с мужем вместе Хиджру сделала. Потом, весь семья Бани Джахш, ради Аллаха, Анхум. Хиджру сделали. После них Хиджру сделал Абдуллах Абдуллах С собой брал свою семью, ابره ابو احمد عبد الله بن عبد النجاحش ابو احمد بو سليبيم نو اونغ ميك افسي اولت سا افسي اولت مخديل قال سليبيم بس أبو سليبيم اون شاعر هو جنا ابي سفيان بن حرب ابو سفيان ابو احمد رضي الله عنه مستس نيم هي جوزيل محمد ابن عبد الله بن جحش يفسي اخني جوني تو هي جوزيل لي اخني سيستر سجنشين أتى سمي زينب بنت جحش حم حمنا بنت جحش ام حبيبه بنت جحش سيت تو هي جوزيل لي и дверь Банижахши закрыли, там никого не остался. Пустой дом оставили, весь семья сделали хижру.

Это, говорит, по причине твоего брата, племянника, упрекают Аббас ибн Абдул Мутталиба. Этим словам говорит, имам а, Газали, не имам, Газали а, нынешний ученый был в 99 году, умер в Египте. Своим фикусиром он пишет, он говорит, этими словами, говорит, абу -Жахль, всегда, говорит, ищет вину, как тугати, как притеснитель, ищет других, как сейчас, например, правители ищут где-то других вину, они сами виноваты, Также же говорит, твой брат здесь виноват, чтобы этот пустой стал их дом. Не, не видит вину себя, что они притесняли пророка, салял, алейху, салам. их наказывали, мучили. из них из-за него убежали смекие люди, он себя виновным не ищет, он ищет вину у других людей. Потом вышли группами Как мы сказали, Мусабу عمرو بن ام مكتوم ان يشتري القران يوجد شال القران ابو شال القران انصاره بلال بن رباح مؤذن بروك صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم اجمعين نكتة الاستوريش كنيغا بيشو سعد بن ابي وقاص فِي جوزدو صلى الله عليه وسلم نو بولي براوني منيني شتو هي رضي الله عنه بعد ذلك كان هناك هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعياش ابن أبي ربيعة مع مجموعة من المسلمين 20 عمر بن الخطاب قاموا هذه القصة يرويها إمام البخاري إمام أحمد في كتابه مسند من بن Потом عمر بن الخطاب هناك 20 شخص عمر بن الخطاب ابن اسحاق نكتة زيد بن الخطاب عمر بن الخطاب سعيد بن زيد عمرو بن سراقه ايو عبد الله واقد ابن عبد الله خالد اياس عامر عاقل بن بني البكير خنيس بن حذافه كان زوج حفصه بنت عمر بن الخطاب خناس بول موجم حفصه عمر بن الخطاب دوتش عمر بن الخطاب عياش ابن ابي ربيعة وخو وخولية ابن ابي أخول، ج... ومالك ابن ابي خولي وهؤلاء كلهم من اقارب عمر وحلفاء انت ايش ردنا عمر رضي الله عنهم ابن عساق الترنات الشدريك راس كذا هذه الترنات ابن حجر قال استني 20 قد بالاخني ديت موجود 7 استني

это место они договорились. Если, говорит, в договоренном месте мы не придем, этот момент они договорились какое-то место, в какое-то время прийти. Если не придем, значит, его остановили. Медицину его посадили, не дали выйти. Мы, говорит, не будем ждать и будем делать хиджу. И договорились, говорит, а я пришел, Хишам, говорит, не мог прийти, его остановил. Это достоверная история, которая от Умара который до нам дошла многих исторических книги передается, что Умар хиджу сделал открыто. Это более слабое мнение и слабое передание. Это недостойная история, что Умар открыто делал хиджу, который сказал. Здесь они, видно, скрытно хиджу сделали. Договорились, в таком месте встретимся. Это ревая передает имам Бухари. Оттуда пойдем. Кто не пришел, значит, его остановили. И тот, кто, который сказал, что Умар открыто хиджу делал и сказал, кто хочет, чтобы его мама стала, за ним плакала, его жены стали э, довами, и дети стали этими, пусть догонит мне за этой горой, сказал, говорит, и вышел Умар. Эта история слабая, недостоверная от Умара Мухаттаба. Потому что, какой бы сильный Умар не был, он тоже боялся. Потому что он один не может против всех хурайшитов воевать. Эта история передает имам Бухари, говорит. Ибн Умар, ради Аллаху Анха, что эта история передает, что Умар тоже боялся. Ибн Умар, сын Умара передает, один день, говорит, Омар сидел дома и боялся, страх, говорит, был Умара. Тогда, говорит, пришел к нему Аси ибн Уайл, что с тобой случилось, почему ты боишься, что случилось? Он, говорит, сказал, твой народ, говорит, хотят меня убить сейчас за то, что я Истан принял. Тогда Аси ибн Уайл сказал, нет им дорога к тебе. Он сказал, «Я, ты под моей ответственностью. Как мы знаем, джахилизмом было, если человек за кого-то отвечает, его не трогают. Если его трогают, значит, тебя они не уважают. Ассимна, знать человек был, он сказал, ты под моим ответственностью, тебя никто не трогает. Ас вышел из дома Умара и увидел группу народ, весь заполненный этой Вади, этой долиной, которая ведет к Умару, и людей встретил. он спросил, куда вы хотите. Они сказали, Ибн Хаттаб, он оставил свою религию, я не имеет в виду, этот Чирки оставил, и мы хотим его убить. Он сказал, нет к нему вам дороги я беру под свою ответственность на его. Тогда люди вернулись. Послушали его, вернулись люди. Эта история доказывает, что Амар тоже не так без страха жил. Что страх, то он тоже человек. И страх у него был. Эта история передает имам ради Аллаху Ан. Аллах. И Курашити, каждый раз, когда слышали, какой-то человек хотел хижру делать, его они наказывали, мучали, Сажали дома, закрывали его, за ним дверь, как, тю, как тюрьму заключали и хотели его остановить. Из-за этого все боялись открыть хиджу делать. Все делали хиджу скрытно. Как мы сказали, Айяш был кто? Братом Абу-Джахля. Фараон, умма Пророк, ﷺ, сал абу назвал фараон нашей уммы, нашей общины. абу Джахля. Он, когда услышал его брат, хиджру сделал Абу Джахль ибн Хишам и Хариф ибн Хишам. Два брата, Абу Джахль и его брат, вышли хиджру делают. За, своим, за своим братом они вышли. Куда? Медину. За Айяш ибн Абираби они вышли. Он их братом был со стороны Маты. Когда Мадине пришли, тогда Асен, еще пророк Саласом Мекки был. Еще хиджру не сделал. Абу Джахль поговорил с Айяшем и говорит, Твоя мама говорит, поклялась, и назру сделала, что и на его голову говорит, расческа не будет трогать, пока ты не вернешься. И она под солнцем говорит, стоит. Пока, говорит, пока говорит, тебя не увидит, из-под солнца тоже она не уходит. Она будет там, под солнцем стоит, и или умрет, или тебя она увидит. Такая назру, она сделала. У нее сердце чуть-чуть смягчилось, а яша когда они это рассказали, и хотел вернуться. Умар ибн когда увидел, что он хочет вернуться, он сказал, я Айяш. Он говорит, о, Айяш, в Аллахе говорит, они хотят тебя вернуть от твоей религии. Они обманывают тебя. Они хотят, чтобы ты религию оставил, вернуть от твоей. Не делай этого, не вернись. Будь осторожен от этих людей. Если, говорит, твой мамин голова заполнится, говорит, ши, заполнится этим ши, она будет расчесываться, говорит. Если говорит, жарко станет, она домой тоже зайдет, говорит. Не думай об этом. Оставайся, говорит, не вернись, а не обманывайся им. Он сказал клятву, что моя мама тоже, говорит, сбилась, что сбилась, говорит. У меня, говорит, имущество тоже осталось в Мекке. Это имущество тоже заберу, и маму тоже увижу, вернусь, говорит он. Омар сказал тогда тоже. «Во Аллахе, говорит, ты знаешь, из Курашитов один из, у кого больше имущества есть сейчас в Медине, это я. Бери, говорит, половину мое имущество, но не езжай обратно. Оставайся, говорит, не езжай обратно, они тебя обманывают. Бери, говорит, половину моего имущества и оставайся, говорит. Все равно он решил вернуться. Тогда сказал Амур Амур береги это мой верблюд. Она, говорит, сильная, хорошая верблюд, говорит. На нем, говорит, всегда держись. На его спине, говорит, езжай, не давай никому. Она говорит, если что-то сомневаться начнешь, говорит, что они тебя обманули, можешь днем обратно убежать, они тебя не догонят. хороший верблюд, бери этот верблюд, верблюд отдал. Они вышли, когда уже дорога, нормальная дорога, когда прошли, Абу говорит своему брату. Мой верблюд говорит, как ты, хорошо не идет, давай, поменяемся верблюдами. Айяша говорит, да, поменяемся, говорит. хотя Умар Хатаб так завещал ему, он говорит, давай поменяемся. Поминаем, он посадил свой верблюд, верблюд чтобы слезть и пересесть на другой верблюд. Когда, говорит, он на земле стал, оба напали, завязали Айяша, и в таким завязанным виде они завезли своего брата Мекку. Даже говорится, что он там ислам оставил открыто. Среди белого дня они завели в Мекку и сказали они, о жители Мекки, так сделайте каждый из вас своими глупцами. Имейте в виду, те, которые из вас хижу сделали, как мы сделали сейчас, пошли, за ним привели сюда, вы тоже езжайте за своими глупцами и приведите обратно их. Те люди, которые с хижу возвращались, говорят, ан. мы, говорит, с него говорит, считали, что Аллах от него ни тоба не примет, ни справедливость от него не примет. Это за то, что это люди Аллаха знали, потом обратно к куфре вернулись. Из этого, говорит, мы так считали, он не может заново в ислам прийти. Когда, говорит, пророк, -ал -ал -сал -лал -сал -лал -сал приехал, и Аллах, субханаху не спасал аят про наш разговор, который был,

ميلستوي الله برشايد غريخي وانيبوا الى ربكم ورنيتس بك واشمو غوسبودو واسلموا له ايباوينويتس يمو من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون فكاكوام ني بريود الله سبحانه وتعالى بوتوم بام نيكتوني باموجيت واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون اي سيدويتي ذاتوشتو الله سبحانه وتعالى к вам не спаслал от своего Господа, пока к вам не придет наказание Аллаха, и вы не замечаете этого. Когда этот аид говорит, был не Хишам хишамам на хасче, остался, хижу не сделал с Амаром Хаттабом, они договорились, айяш, Амар Хаттаб и Хишам Ибн Аль-Ас. Мы сказали, Айяш и Амар Хаттаб встретились, но Хишама остановили. И он в фитну попал. Даже он оставил религию. Я, говорит, этот аят написал и отправил Хишаму на Асу. Обратно это аят, который был неспослан. Хишам сейчас рассказывает, когда, говорит, этот аят я получил, я, говорит, вышел в Литву, в местность, которой Мекке, поднимался и спускался, читал, говорит, но я не понимал, что от меня Умар Мухаттаб хочет с этим аятами. Почему он меня отправил? Потом, говорит, я, говорит, сказал, о, Аллах, дай мне понять это аят. Потом, когда я это аяты понял, что это аяты были не способны э, за меня, и на меня похожи другие, другие которые фитну делали, оставили свою религию за, не, за, то, что они не смогли терпеть то наказание, которое им делали их народ. Вернулся к своим людям, говорит, когда этот аят прочитал, понял, сел на вербуд и делал хиджу и догнал пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Аяш ибн Абирабиа, Пророк, делал дуа Айяшу -Ай и другими слабыми верующими, э, слабыми, которые были в Мекке, остались, за них делал дуа. Когда утренний намаз делал, пока намаз не закончился, после чтения, после такпира, когда он говорил сами Аллаху лиман хамида, раббана валакал он говорил, دعاء دي صلى الله عليه وسلم اللهم انجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمن إسلامي إزبير الشيخ إسلامي توجس بسي تقول دعاء دي صلى الله عليه وسلم سالم مولى أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة أن أم بل إمام مهاجر في مدينة كذا هجرة

из них, который больше Коран знает, из этого он становился имамом. Вы представляете, он был рабом. Рабом Худайфе он был, он его освободил, потом, если не ошибаюсь, ее свою сестру за ним замуж выдал. И будучи рабом, когда он знал религию Аллаха, и знал Коран больше, он становился имамом для мухаджиров. Хотя будучи там были другие знатные курайшиты. Но из ислам возвещает людей за их Знания. ابن عمر قال رضي الله عنها سالم مولى أبو حذيفة استنى إماماً إمامهم أبو بكر عمر أبو سلمة زيد وعمر بن ربيعة خطابه زنيم سالم قال سعيد البخاري زنيم أبو بكر Здесь Ишкал, если он имеет в виду до прихода пророка Саллаху Медину, если он имам становился, как может быть за ним Абу Бакр стоят? Абу еще хижу не сделал. Ответ на это, Салим продолжал быть имамом Куба, будучи в Медине, хотя когда после приселения пророка Саллаху тоже, будучи Куба, это мечеть продолжал быть имамом кто? Салим. Когда или же Абу Бакр когда приходил куба становился за ним и он оказался за ним молился или же пока мечеть не построили когда приходил Абу Бакр куба молился за этим за а, Салимом а не так до прихода Пророка молился нет после прихода пока мечеть не построили когда куба приходил Абу Бакр становился за Салим Мауля Аби Худайфа упредствлять был рабом за ним стояли как Абубакр, как Умар и другие знатные сподвижники, когда он знал книгу Аллаха Субхана. Из этого Пророк саллавила сказал, «Инна Аллаха, Ярфа обіхада, китаби акуаман, ваяда хи ахарин. Поистине Аллах возвещает этим книгам, Куранам, народ и унижает другой народ. Кто из этим держится их возвещает? كتو القرآن إخو الله سبحانه وتعالى كتو سالم مولى أبو حذيفة أنبل سالم ابن معقل أم إز بيرسوف من أهل فارس ورد استخر ورد استخر أتود بل أدين إزبال شيخ سبازيجي صلى الله عليه وسلم إم مهاجروف Почему Мауля Аби Худафа его называют? Потому что жена Абу, Абу, Хузайфа его освободил. Абу Хузайфа его усыновил. Абу Хузайфа его жена его освободил. Потом, как обичие раба был, он усыновил этого раба. Из этого говорили, говорили Салим ибн Хузайфа говорили, пока Аллах не запретил Коране. Потом начали говорить Салим Мауля Аби Худайфа. бли ансари мажири ак каа перви лди мар измедин пришли куба бли луди вишли измединик пророку си л слм изетв их назвает муаирун ансариюн изнибыл закван ибн абдиайс убатбн вахб бн калада бас бн убадат бну нала Вазияд ибн лабид ради аллаху анху ажмаин почему потому что медина был дару ширк они пришли к пророку саллаллаху алейхи вассалам ибн аббас говорит эта история это слова ибн Апас передает имам насаи пророк саллаллаху алейхи вассалам мекки был и абу, абу Бакр и умар и сподвижник пророка саллаху алейхи васалам мухаджирами стали почему потому что они оставили земли мушриков и переселились. Также, говорит, из ансаров были мухаджири, потому что она, пока пророк не приехал в Медину, она тоже была дару ширк. И они пришли к пророку, саллиллаху алейхи васалам. И пророк, саллиллаху после разрешения с подвижником делать хиджру, после, сам ждал разрешения от Аллаха, субханаху ва тааля. После боя от Акаба когда второй баяль, баяль, дали, после этого два месяца не прошло, из мусульман Мекки остались Абу Бакар, Али Талиб и пророк, и некоторые люди, которые не могли выйти. Или за свою болезнь, или слабые дети и женщины, или же те, которые их народ их остановили, не смогли выйти. Эти остались. Остальные все мусульмане сделали хижру. Каждый раз приходил и Абу Бакр требовал э, от Пророка وسلم, чтобы ему дал разрешение делать хиджру. Он говорил, Пророк ему отвечал: не спеши, может быть Аллах тебе с тобой сделает друга. И Абу Бакр всегда ждал что посланник Аллаха будет его другом в этом Имам Бухари передает от Аиши, ради Аллаху, анха. Хадис очень длинный, но в конце говорит, когда, говорит, хижру сделали те, которые делали хижру, и, и которые большинство, которые Эфиопии были, тоже вернулись. И Абу Бакр, когда приготовился делать хижру, пророк, саллиллаху сам сказал, не спеши, я тоже жду, может быть, мне тоже разрешит Аллах делать хижру абу Бакар говорит, ты этого желаешь, ты этого ждешь, что тебе Аллах разрешит, да, да будет выкупом за тебя моего отца? Пророк ответил, да. абу Бакар сам ждал этого момента, что выйти с пророком, алейкум, и начал он прикармливать два верблюда, приготовлять для хиджры два верблюда, один себе, один пророку, из дерева ас-самор. Самор, такое дерево, какая-то акация называют, не, не, не такая акация, которая есть. Тоже называют акация Из его, говорят, листья прикармили верблюды, что они стали сильными э, и поправлялись. Четыре месяца, говорят, кормил их Абу-Бакр. Пока Абу-Бакр и пророк Салилайя не сделали, собрались у Райшити. Дару на два. Их место, которое собрание там собрались, это место, которое они собирались, этот дом был, у Саимовны Клабы, которые остались, все такое важные дела, как парламент был у Рашид, там собирались и решали эти дела. Когда у Рашиды видели, что пророк, саллиллаху уже группа собралась в Медине, и они видели, что мухаджири своими детьми, женщинами хиджу делали. Они когда узнали, что уже о защищенном они, Потому что они знали, что ансары — люди войны. Потому что они постоянно воевали. Постоянное сражение у них было. Они знали, что они сильные люди. Они боялись, если пророк, саллиллаху алейхи вассалам, выйдет к ним, и он соберет их, чтобы воевать против В Этот момент они собрались в дарун на два и решили, Мушавр, что сделать с пророком, саллиллаху алейхи вассалам. Этот день они назвали Яума Захма. Это был хамис, четверг, 26-й месяц сафар. Данный месяц, 18-19 сафар сегодня, или 18-19 сафар. Этот месяц был, ну, 26 числа. Урайшиты собрались, мушавара делают, что сделать с пророком, алейхи вассалам. Этот 14 й год был от пророчества. После 3 месяца от Баятусани, который присягает после трех месяцев, никто из знатных людей не остался в Мекке, который, кроме как, пришел туда. Туда пришли, из Бану Махзум пришел туда Абу Джахль. Бану Абдул-Шамса пришли от Шайба ибн Рабиа, Абу Суфьян ибн Харб. Как мы знаем, Абу Джахль умер кафиром. А и Шейба тоже

إذا تخلو ديبول أبو البخت <سؤالك> أبو البختري <سؤالك> ابن هشام توجي يو توجو بدر زما ابن الأسود توجو بلي حكيم بن حزام إسلام رينال بوست أتكيتي مكة رضي الله عنه بني سهم إذن نبيح يو منبي ابن الحجاج أني أبو تنبولي إخ توجا بويخو بدره بدر Умай ибн Халф, мин Кроме них еще другие Курайшиты собрались этим. Умай ибн Халф тоже мы знаем, его тоже убили э, Бадре. Когда тот день договорились, которые они, они решили собраться. И тот день, когда они договорились собраться, этот момент вместе с ним их собрание пришел и близ Он притворился как старик из Нежда, а на нем были одежды, такие толстые одежды тоже были, притворился, потому что я сказал бы, Мекки, Мекки люди друг друга знают. Он притворился сказал, я старик из Мекки, из, из Нажда. Mm -hmm. Услышал, говорит, вы что собираетесь, я хочу говорить, с вами посидеть и свое мнение тоже вам сказать. И говорит, может быть, говорит, мое мнение тоже вам пригодится. И притворился человеком и пришел сел это собрание. И они разрешили ему, и сел он вместе с ним, начали говорить, этот человек многое сделал против нас, Медицид Мухаммад, саллиллаху алейхи и многое за ним пошли. Из них сказали, давай его посадим, сделаем дом из желези, туда посадим, чтобы он оттуда не вышел. Будем держать и будем ждать, что сделают его сподвижники. Этот иблис, облик шейха, он говорит, это говорит, неправильное мнение. Почему говорит? Потому что если его будут держать, его история выйдет за, за дверями этого домика, который вы сделали, и это хабар дает до сподвижника пророка, они придут, будут они сражаться с вами и заберут его. Из них сказал другой, да, выгоним из нашего города, зачем нам он нужен, зачем мы его, пускай пойдет, что хочет делать, главное, он здесь мягкий не будет. Тогда тоже сказал, это тоже говорит, Близ, это тоже говорит, неправильное решение. Почему? Потому что, говорит, вы не видите, что ли, как он красиво разговаривает, какой он красиво речил, как быстро он в сердца людей заходит. Если это сделает, он вокруг него объединится, как арабы, и он говорит, будет с ним вместе сражаться против вас, он на вас нападет. он. Мнение было Абуджахла. Аллах говорит, у меня говорит, такое мнение, может быть говорит, вы до сих пор такое мнение не видели. Ему сказали, Аббал-Хаким его назвали. Что ты говоришь, какое мнение у тебя? Давай с каждого племени, говорит, по одного человека возьмем, и каждым из них, говорит, возьмем, и вместе будет, будет, ударит меч, говорит, Мухаммаду, саллилла, алейкум, и все говорит, вместе убьют, его кровь, говорит, распространится на все племена арабов, и Абдуманаф, абдул они не могут со всеми арабами сражаться и не соглашаться, чтобы Дие получить, и все. Тогда говорит, Иблис сказал, Аллах, в облике шейха, «Ал-кавлю ма кала ражул». Слова говорят, то, что сказал этот человек, подтвердил. Вот это, говорит, хорошее мнение. Адар это, говорит, хорошее мнение, не другие мнения, которые вы передали. И договорились, что они убили пророка, саллиллаху алейхи вассалам, сразу. И пророк, саллиллаху алейхи вассаламу, Аллах рассказал, что это курайшиты собрались, إبن عباس راس كازا ويت، ابن, ع... إبن عباس بريدويوت إمام أحمد سماه مسندا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كدا قال كافر ختالي، إسختريت تبيع إلى أستنويت إلى وبيت إلى جيوغانيت ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Они хитрят, и Аллах хитрит. Аллах наилучший из хитрецов. Этот аят, когда, э, это было не спослано после того, как урайшите делали мушавара. Когда они сказали, говорит, будем завязывать его. Некоторые, когда сказали, убьем его, некоторые сказали, выгоним. Это аят не спасла Аллах, и объяснил Пророку, что хурайшите собрались, они хотят тебя убить. После этого Пророк, что не ночевал в своем доме, оставил в своем постели. Алиб на И, как мы знаем, история начала придет, как он делал Хижру. Эта история, алейкута, говорит, Договорились, говорит, почетные люди арабов самое большое преступление в мире совершить. Потому что, говорит, это убийство посланника Аллаха, самого лучшего человека на земле на земле, самый лучший создание Аллах его убит, договорились с самым большим преступлением делать хурайшиты. Если бы говорит, это случилось, мы говорит, сейчас не видели, говорит, не видели бы говорит, истории Дамаска, истории Багдада, истории а, Каира и истории Куртуба. И не было бы говорит, у нас умовин, хиляфатал умовин, хиляфатал аббасия и даже хиляфатал османи. Это мы не услышали бы говорить. И мы не, даже не знали бы, что с нами случилось, если бы говорит, где мы были бы, арабы, если бы это преступление тот ночь случилось бы. Аллах Субхану спас пророка, саллиллаху алейхи вассалам, от этого преступления. А, Иншаллах, в следующем уроке расскажем полезные уроки из этого фрагмента истории. Потом перейдем к виджу пророка, саллиллаху алейхи вассалам, جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته